Так, в общем, открываешь мастер. Идешь в плеер, нажимаешь на плеер. Так, потом выбираешь команду, допустим, там. Допустим, сейчас. Так, что там есть? Ну, Ника, допустим, да? Вот, выбрал Нику. Вот здесь фамилии, ну, имена игроков. В общем, появились. Нажимаешь на фейс, потом на шоу. Вот. Фейс появился, потом, значит, нажимаешь вот сюда. На импорт image. Ищешь мини-фейс. Так, где он там? Азиаты. Ну, допустим, вот и похожего вот ищешь, короче. Так, сейчас. Ну, вот это, допустим, да? Нажимаешь, и вот появляется. И потом... Потом это самое... Нажимаешь на фамилию игрока и клавиатуры вниз. И дальше появляется следующий игрок. Следующий игрок. Потом, ну, блондин и т.д. Сейчас, короче... Блондина. Вот, допустим, да? Вот. Вот так и подбираешь мини-фейсы. Ну, потом, допустим, ну, кончается вот это все. Дает список. Последний игрок там, чертов, Даниил. А, значит, потом выбираешь, ну, там, следующую команду и так далее. В общем, ну, надеюсь, понял. Понятно объяснил.